эфире служба новостей «Саров-24» в студии Марии Посыпай. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Заканчивается срок уплаты налогов на имущество физических лиц за 2020 год. Что делать, если уведомление не пришло? Вирусы на пороге. Как защитить ребенка от гриппа и ОРВИ? Новый профессиональный праздник. Педагогов с РФТИ поздравили с Днем преподавателя высшей школы. Далее расскажем обо всем подробно. ПФР передадут полномочия по назначению 17 мер поддержки с 1 января. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о передаче Пенсионному фонду полномочий по назначению ряда мер социальной поддержки, которые пока находятся в ведении регионов. Законопроект уже поддержали в первом чтении в октябре. В числе таких мер – государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью, беременной жене военнослужащего, который проходит военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который проходит военную службу по призыву. Напомним, сейчас ПФР назначает материнский капитал, а также выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Налоги на имущество физических лиц за 2020 год необходимо уплатить до 1 декабря включительно. Что делать, если вы не получили налоговое уведомление или оно пришло к вам по ошибке? Расскажем далее. Если налогоплательщик получил налоговое уведомление с неточной или ошибочной информацией, то нужно лично обратиться в налоговую инспекцию, направить запрос через личный кабинет налогоплательщика или сайт Федеральной налоговой службы. После этого организация направит запрос в регистрирующие органы ГИБДД и Росреестр. После получения информации о праве собственности на данный объект уже налоговый орган осуществляет пересчет налогов за необходимый налоговый период. Также, если налогоплательщик имеет право на льготы, то налоговая инспекция произведет перерасчет данного налога. Налоговая служба предупреждает, что приближается срок оплаты имущественных налогов за 2020 год. Сделать это нужно не позднее 1 декабря. На сегодняшний день рассылку налоговых уведомлений завершили. Пользователи, у которых есть личный кабинет, получат уведомление онлайн. Также налоговые уведомления не получат те физические лица, которые имеют право на льготы и вычеты и освобождаются от налога в полном объеме. Также, если налоговый орган начислил налог в сумме менее 100 рублей. Если налогоплательщик не погасит налоги до установленного срока, то инспекция начислит пени за каждый день просрочки. Пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России. Через 14 дней налоговая служба направит человеку официальные требования, чтобы напомнить о долге. Ну а дальше уже применяются принудительные меры обеспечения по внесение данных сумм налога в бюджет Российской Федерации. Уже налоговый орган обращается в судебные инстанции для принудительного взыскания имущественных налогов физических лиц. Оплатить имущественный налог можно через личный кабинет налогоплательщика, банки, портал госуслуги или почтовое отделение. По всем вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакт центра 8-800-222-22-22. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Федеральная налоговая служба в будущем планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3 НДФЛ. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Он пояснил, что ФНС работают над тем, чтобы налогоплательщикам было комфортно, а ведение налогового учета и заполнение декларации – это своего рода издержки. Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы декларации не было вообще. Это касается и физических лиц. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3 НДФЛ для большинства случаев, сообщил Егоров в интервью РБК. Волонтерский центр «Радость моя» продолжает сбор помощи для Потьминского детского дома-интерната. Нужны крупы, макароны, сахарный песок, кастрюля, тарелки, чистящие средства, батарейки. Полный список необходимого можно уточнить по телефону 8 904 044 24 04. Принимают продукты и вещи по вторникам и четвергам с 14 до 19 часов на гуманитарном складе по адресу улица Пушкина, дом 24А. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Закон, который освобождает родителей детей до 14 лет от ночных смен, сверхурочной работы и командировок без их письменного согласия, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Раньше, согласно Трудовому кодексу, родителей-одиночек можно было привлечь к сверхурочной работе и ночным сменам без их письменного согласия, только если ребенку было больше 5 лет. Новый закон распространят и на полные семьи, где один из родителей работает вахтовым методом, а также работников, которые воспитывают 3 и более детей. Аналогичные гарантии распространят на приемных родителей и опекунов. Службу карьерных и кадровых консультантов создадут при центрах занятости. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Карьерные консультанты помогут соискателям определить, какие навыки нужны для трудоустройства и расскажут, как выстроить карьеру. А кадровые консультанты окажут содействие работодателям в подборе персонала. По словам министра, главной отличительной чертой обновленных центров занятости станет то, что они будут оказывать услуги комплексно, исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя. К тому же большинство из них станут электронными. Это сэкономит время клиентов центров занятости. Сделать доступными цены на жизненно важные лекарства поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Подробности далее. Постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить необоснованное завышение их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре. Такие мероприятия станут проводиться не чаще 1 раза в 2 года и по утвержденному плану. Михаил Мишустин отметил, что внеплановые проверки также возможны. Их будут проводить по поручению президента или на основании обращений граждан либо организаций. Премьер-министр подчеркнул, что важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан. Студентов Нижегородской области обяжут вакцинироваться. Им придется сделать прививку, чтобы пройти практику за пределами вуза. Иначе их до нее не допустят. Учащимся младше 18 лет прививка для прохождения практики не понадобится. Также она не нужна, если практика проходит в учебных зданиях университетов. Требования по срокам проведения вакцинации в регионе пока не обозначены. Центр имени Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Ви» для детей с 6 лет. Об этом рассказал директор центра Александр Гинзбург в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, одобрение Минздравом вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет позволит подать следующий, уже готовый пакет документов. Гинзбург также отметил, что вакцину для подростков запустят в гражданский оборот, как только институт получит одобрение на исследование. Вакцину будут применять только с согласия родителей. Сезон ОРВИ и гриппа в разгаре. О том, как защитить ребенка от вирусов и что делать, если ваш малыш часто болеет. Об этом рассказала врач-педиатр детской поликлиники Дарья Гринина. За окном то сугробы со снегопадами, то лужи и капель. Подобные перепады температур устраивают детскому иммунитету настоящие испытания на прочность. А потому простудные заболевания набирают силу именно в осенне-зимний период. Важно вовремя распознать симптоматику гриппа и ОРВИ, чтобы оказать помощь своему ребенку. ОРВИ отличается тем, что происходит постепенное нарастание симптомов. Температура тела, как правило, не повышается выше 39 градусов. Сопровождается катаральными проявлениями. Это насморк, кашель, боль в горле. Грипп, в свою очередь, проявляется сильной интоксикацией организма. Температура тела поднимается до 39 градусов и выше. Ребенок вялый, плаксивый. Вирусные заболевания и бытовые простуды можно предотвратить, если принять необходимые меры профилактики. Прежде всего, нужно соблюдать гигиену, мыть руки, регулярно проводить влажную уборку дома. Защитить ребенка, по мнению врача, также могут и медицинские маски. Медицинские маски помогают защитить ребенка от воздействие инфекций в окружающем мире. Вообще
детям следует носить маски с 12 лет. Но если ребенок младшего возраста идет куда-то в общественное место, и он уже осознанно умеет носить маску, правильно ее надевать, то можно надевать и раньше. Иммунитет ребенка формируется с самого раннего детства. Важно регулярно гулять с ним на свежем воздухе и вовремя начинать закаливающие процедуры. Лучше летом, перед этим проконсультировавшись с врачом. Главная защита детского иммунитета – своевременная вакцинация. В наше время вакцинацию детей от гриппа можно начинать с 6 месяцев и проводить каждый год. Научно доказано, что вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции защищает не только от этих заболеваний, но также защищает от осложненного развития ОРВИ. Также важно следить за рационом ребенка. В осенне-зимний период в нем обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. С этого года в России начали отмечать День преподавателя высшей школы. Дату 19 ноября выбрали не случайно. В этот день родился основатель Московского государственного университета Михаил Ломоносов. Одним из первых поздравления с новым праздником принимали педагоги Саровского физико-технического института. 18 ноября министр науки и высшего образования подписал указ об установлении нового праздника – Дня преподавателя высшей школы. Дату празднования – 19 ноября – выбрали не случайно. В этот день родился Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый мирового значения. В Саровском физико-техническом институте этот день не оставили без внимания и тепло поздравили весь преподавательский состав. Трудно переоценить ваш труд. Ведь сегодня век быстро меняющихся технологий – это не только передача знаний, умений, навыков, но это и воспитание человека будущего, который сможет работать в команде. Он будет креативным, он будет творческим. В этот праздник преподавателей наградили почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Для каждого из них подготовили теплые слова благодарности от руководства и студентов вуза. Традиция праздновать День преподавателя высшей школы, да, повысит престиж, во-первых, наверное, к этой профессии. Мы надеемся, что и, конечно же, и молодежь станет интересно, да, профессии как преподавателя. Ну и, конечно же, это, наверное, приток, надеемся на больший приток в научно-исследовательскую среду именно вот как раз молодежи и вообще всех, кто любит и занимается наукой. Когда преподаватели выходили из актового зала, студенты поздравляли своих наставников и каждому из них вручали цветы и сладкий подарок. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Международный день акварели отмечают 23 ноября. Инициатором создания праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуатероха. Он был убежден, что акварель не хуже масляной живописи может передать красоту мира. Акварель может быть совершенно разной. Возьмем, к примеру, эти яркие полотна. Они написаны в технике Алла Прима по-сырому. Лист бумаги смачивают водой и пишут по влажной поверхности. Краски причудливо смешиваются на самом полотне. А вот городские пейзажи требуют от автора куда более детальной проработки. Прекрасно написаны стаффажи. То есть это люди, которые появляются в городском пространстве. Они вот такими вот отдельными мазочками, можно сказать. Но мы воспринимаем как пешеходов, которые двигаются по прекрасному городу Санкт-Петербургу. Эти акварели хочется рассматривать внимательно, подходить близко. И у нас на выставке как раз они представлены, что вот мы можем мельчайшие подробности рассмотреть. Акварель считают легкой краской. Она разбавляется водой, но есть в ней и свои сложности. Акварель очень трудно исправить. Эти краски не светостойкие. Особо редкие экземпляры, как правило, выставляют в приглушенном свете. Акварель требует специального оформления работ. Это обязательно паспарту, которое отделяет само изображение от рамы, и стекло, которое защищает нежную бумагу, которая реагирует. Не думайте, что влажность всегда везде одинакова, особенно дома это сложно поддерживать. Отделяет и защищает работу. Акварельную живопись считают базовой. Едва ли найдется человек, который в детстве не рисовал ею в школьных альбомах. Также те, кто выбирает путь художника, начинают его, как правило, именно с акварели. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.